Что вам нравится в чае? В смысле, во вкусе чая? Возможно. Вы любите чай за вкус? Это одна из причин. Поэтому вы посвятили жизнь чаю? Посвятил жизнь? Звучит очень уж серьезно. А это не серьезно? Думаю, я развил в себе вкус к чаю. Но не вкус привлек мой интерес. Интерес. Думаю, изначально меня привлекла сама идея чая. Идея чая? Да, в колледже я посмотрел старый документальный фильм еще 20 века. Его герой пытался найти лучший чай в Китае. Герой фильма искал лучший чай в Китае. Китай — это родина чая. Да, кажется, так все и вышло. Меня заинтриговали его поиски. Преследование чего-то неуловимого. Процесс, вовлекающий почву, растения, погоду и образ жизни. Значит, это вам нравится в чае? Поиск. В большей мере, чем вкус. Нет-нет, и вкус тоже. В фильме есть такой хороший момент, когда герой объясняет немецкому другу, почему так сложно описать вкус чая. Он говорит, для этого нет слов. Ни один язык не передаст в полноте таинственную природу чая. А немецкий друг стоит рядом с чашкой чая и отвечает, да, но я вот представляю, как будто иду через лес, и на земле лежат листья, недавно прошел дождь, земля сырая, и я ступаю по ней, и чай как-то это все передает. Я был просто в восторге. Как же красиво звучало. Чай как-то это все передает. Я бы хотел посмотреть этот фильм. Может, посмотрим вместе? Да. Я был бы рад. А вы в это верите? Во что? То, что чашка чая содержит мир. Что можно ощутить место или время. Давай-ка устроим тест. Сначала его нужно вдохнуть. Аромат открывает не только вкус, но и историю. Традиционно в чайных лавках работали семьями и передавали дело из поколения, сам знаешь, из поколения в поколение. Может, пора делиться с тобой опытом. Попробуем ощутить мир вместе. Выпей одним глотком. Не уверен, что чувствую лес. Но что-то чувствуете? Возможно, для этого нет слов. Я бы хотел, чтобы китайский чай для меня не сводился к фактам. В каком смысле? Мне нравится смотреть, как вы готовите чай. Это очень красиво. Листья распускаются, кружат и опадают. Жаль, я не чувствую чего-то более глубокого. У меня нет реальных воспоминаний о чае в Китае.